Очередная лужа не на этом пути. Довольно глубокая. Но, мне кажется, машинка будет снизу хорошо помыта. Ой, как красиво плывет. Санамана. Надо было нам выйти просто, да? Очередная заманушка. Не задрагивайся. В принципе, замечательно. Бля, да, большие камни, блядь. Тише. Это, блядь, в сапогах страшно идти. Воткнулся. Пошли. Да без лебёдки просто.
Не поворачивай сюда. Вот. Вот. Пока на бугре прям рви сюда. Так, надо. А что здесь? Да тут он не вскочит. Здесь он может вон. Здесь на маски садят. На защиту. Чтобы одна сторона шла по бугру. Чуть-чуть намесили кашки. Хариус, не задавили. Подыкалалась мелко. Красиво. Государственный природный биологический заказник, оригинальное значение Тимбайдерский. Заказник, тут вообще ничего делать нельзя. Ну, вот это. Какие горы. Угу. Красотища. Ничего себе. Ой, как красиво. Где-то на середине, где-то Мелида. Ага. Всем доброе утро. Сегодня воскресенье. Наше путешествие маленькое в отпуске привело нас в Мурманскую область, Оленегорский район, озеро. Зая, как озеро называется? Короче, на озеро, далее будет известно. Давятся лодки, мужики пошли за дровами. Место замечательное, комаров море с мошками. Приехали в воскресенье. Сейчас, в данный момент, 10 минут 8 утра. Даже меньше суток в Санкт-Петербурга ехали. Ну, интересно ехали. Это вы все видели. Я ее поймала, первая моя рыбина. Это кто? Кумжа? А кто еще? Я тебя ни от кому не отдам. Красота! Класс! Класс, класс! Короче, сегодня первый день рыбалки. Вчера попробовали немножко поймали. Сегодня, короче, километров 10 мы намотали на лодку. 54. Заброс пробовали, ноль вообще ничего. Смотри, сейчас сюда на речку 4. А, 2 поймал, 2 сорвалось. Парель. В общем, не знаю, что тут. В общем, короче, не приедем. Или мы не там ловим, или погода не такая. Батя с Алексеевичем в соседнее озеро ушли. И говорят, петух как у ней поймали, больше не поймали. Короче, как всегда. Берет, клюет, все, там рыба кишит, ну что-то ни хрена. Даже холодом практически очень. Редкие рыбки. Как-то так. Перекусили, приехали. Ишь. Только посмотрим. 7 дней впереди. Здесь что-нибудь поймать. Нужно. Обязаны. Много-много всего. Комаров, короче, море. Ну как, в принципе, терпимо. Надеялся, что их уже нет. Середина августа. Давай середина. Вторая половина августа. 18 августа. Ну, есть. 19-го. 18-го. 18-го. Мы сюда приехали рано утром.
природа неописуемая, очень красивая. О. Я в канале. Никогда не женю скоро. Скоро съем. Переходный оба период паспорта. Кончится, пора жениться, блин. Переходный период с этого мира на тот, что ли? Да. Ой, за уху. Нятина. А? Где моя ложка? Моя ложка забрал. Это? Вот это моя покусная. Голодные года, ложку кушаю. Что где-то было? Вон моя. Он стоит. Вкусненько. Это вот до ложки. Ну, надо для счастья. Да. Что, чтобы руки не трясли. Перчик это я прошел, капанул. А то, блядь, не доношу до рта. Половину, блядь. Хлебай, пожалуйста, котла. Чего, говорит, чупсы соленые огурцы не едят, да? Голова не пролазит. Голова в банку не лезет. А из бочки глаза щиплет. Да. Сколько времени? 10 минут седьмого. 6 часов. Пора за форелью. За кунями сбегай. 6 часов. Как уедем. Надергать форелей. Сегодня полдня Алексеевича искали. Намудрился идти сзади и потеряться. И он ушел. Чуть-чуть до Оленегорска ушел. Ходил на соседнее озеро за 2 километра. Прошел его почти все. Какие там 2 километра? Там километр, полтора километра. Километр 600. Ну я не знаю, блин. Я 2-3 часа шел по лесу. Там если выровнять... Это по прямой километр 600. Ты шел по кривой? Если ты говоришь, что так шел. Тебе надо это, ну 3. Шагомер. И по новой запусти. Компас. Не, я теперь дорогу уже знаю. Он теперь дорогу знает, теперь уже не надо. Ну так не будет. Ну завтра и пойдем. Короче, полдня мы его искали, поэтому... Да и хрен его знает, шторм. В море не уплывали. Сегодня сколько? Раз 6 менялся ветер. То шторм, то штиль, то опять шторм. Поэтому там делать некогда. Ну вот трещики, озера. А, что там? Тут зато есть чего делать, блин. Кое-чего делать, да? Кое-чего делать, вот окуней настебались. Да, вон они, где они, покажи. Окушки-то такие знатные. Не везде, но... Ага. Такие. Нормально. Хорошие. Нормально, 200 грамм. 200. Нормально, таких можно ловить. Щуп обещанных там не было, да. Поэтому пока так. Сейчас еще покоптим форельку. Вот они и попались у нас. Вот такая у нас рыба. Такая форель. Надо было перевернуть красивой стороной. Но не фотогенично. Нет, там не видно, а, там, нет, там не видно, что она красная. Если ее еще раз перевернуть, она вообще развалится. Салат, блин, рыбий, да? Да. Ну что можешь сказать по этому поводу? Практически все. Я понимаю. Именно поэтому. Вкуснятина от и до. Наливай. Наливай. Ням-ням. Конечно. Ни хрена жор попёр. Да. Вообще за спину. Ой, повисся. О.
Такая рыбочка. Оп. И лови мамку. Вверху вниз течет. Понимает и запутан. Вот так. Красавец. Да, мелкая, конечно. Но уже потолще. Совсем смешно, ну что, еще и за бороду. Еще и за бороду. Прямо в струе клюет. Ладненько. Вот такая штучка. Вот там большая. Такая самая большая. Вот он, первый хариус. Ух, какой мощный-то. О, жирнее же, что подсак есть. Потолще. Первая рыбина за сегодня. Потолще. Аучик. Большие, конечно, но вот такие. Вот такие. Попался. Это кто? Кацаг. Ох, как красавчик, красавчик. Вот это я понимаю. Эмоции зашкаливают. На там. Ничего себе. Вот это рыба. Вот это да. Зачем я сюда приехал? Только не сорви. Иди сюда, зайка наш. Плыви отсюда. Вот это кумжечка, вот это красавчик. Вау, 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 вау. Это кайф. Вот это кайф. Класс. Вот это кайф. Кайф. Кайф.
устала. Терпи, тихо. Давай. Радушка, радушка. О! Да, он двушка, по-моему. Не больше. Вон, она уже устала, походу. Нет. Блин. Она сюда не влезет. Ну попляши, достал. Это кайф просто. Какой-то. Ни хреновенько. Не больше. Тут больше, килограмма 4, наверное. Трэш. Ну. Мандраж. Класс. Орёшь, подогрел. Сегодняшний первенец. Красавчик. Куда там окунь? Вот это окунь. Такого бы я еще не видала. Так унишечка. Какой бешеный-то. Окунь тоже. Окунишечка. Класс. Да, обалдел, гусич. Поменьше чуть. Но все равно красивый. Yeah.
прибыли на соседнее озеро Окунев потягать. Что у нас тут, Иванома? Где тут окуня? Я сниму. Такой. Более-менее. Можешь смело отпускать. А он сам отпустился. Да. Короче, столько кадров мимо прошло нас. Карта памяти кончилась. О, Алексеевич, опять. О, коня тащит. О, видишь, а вчера, говоришь, не было тут никого. Ну да. Так что мы щук наловили. От килограмма до трех. Получается, на троих 8 штук. Поймали. И ничего не снять не получилось. Вот пришлось карту памяти с планшета достать. Сейчас будем пробовать. Поймать. Где ты, говоришь, по пояс окуней? Надо их взять за плёс. Так там мелочь, наверное. Такой небольшенький. Небольшенький такой. Короче, вся рыба нас отпускает сегодня. О, какой окуняк. Горбач. О, это уже получше. Блять. Ну, ё-моё. Да. Он отвалился. Ну, комментируем. Йоу! Будем жрать вчерашнюю лосося и хареву сол. Вот только верхний план. А вот так? А, мне вторую тряпку. Еще тряпку. Мы за полярный круг приехали загорать. Теплее, чем в Питере. Там, правда, холодно, но здесь-то жарко. Пиво каждую субботу. А вот, ну, она мне и даром не надо. Понимаешь? О! Ну, не надо, она мне не видно. Мы еще будем и корку жарить. Ее надо, это, посолить. Я посолил уже и поперчил. Я не соль, та соленая вчерашняя. Это сегодня. Ее надо посолить, она будет невкусная вообще. Так она перемешалась с моей. Ну чуть-чуть посолить. Там смотри, пока. Ваше впечатление. Ну, это не мое. О рыбалке рассказывается. Песень так. Уже отказывает. Про куней, которых на тебя напали, расскажу. Рыба сегодня не клювает. В остальном все хорошо. Она уже не клювает. Но печень уже и отказывает. На севере лето. Там лета нету, а здесь мы отдыхаем. Мы за полярный круг приехали позагорать. За полярным кругом лето, оказывается. В Питере замерзли. Тепленько, хорошо. Вообще, блин, босиком, блин. Комаров нет, ничего нет. Медведя нет. Лося не дождались. Береговёхи видел, говоришь, нет. Так он где-то есть. Ты видишь суслика? И я не вижу. А он есть. Как раскалаться. И медведи-то есть тоже. Это вопрос веры уже. Лось тоже. Очередной деликатес. Окунёвая икра. И... Харюхина. Харюхина. Меня. И корочка. Не красная, конечно. Нет. Покамест. Не, ничего.
Конечно, ты как окуневая самая вкусная. Да, вот вкусно. Поймаю, тело идет. Там еще второй сидит штучка. Да, моя кошка. Ну, ты пыталась подплыть. Она бы была рада вам. Но почему-то она не решилась. Ну, так, потрошками, вкуснючими. Нет, я бы, конечно, бы съел бы, но... А коп? Вроде не лезет. Так уже сколько можно? Ну, много ли надо, видишь? Для счастья? О! Шестие мое. Много ли надо? Алексеевич. А! Скажи что-нибудь матом. Я тут только под трошками снимаюсь. Скажи чего-нибудь матом. Куда ты ее кинул? Скажи, ищу я вам хуенота. Я хуя не пиздоумный и колпак пизды не въебный, а? Матом тебе хочется, блядь, услышать. Я сейчас тебе скажу. Как Есенин, блядь, трехэтажненьким нахуй. Есенин, да. А Маяковский еще то же самое. О, ты что? Кстати, Есенин про природу писал. Смотри, поклонилась мне. Про лес. Ага. И что? Шел Господь пытать людей в любви. Выходил нищим на кулишку. Дряхлый дед на пне сухом в дубраге. Жамкал деснами какую-то там пышку. Что это? Это курс это самый, блядь, молодого 9 бойца. Класса, блядь. Жамкал деснами. Так-то нет, так это на самом деле это. Смысл, я не помню до конца, но смысл стихотворения то, не, что, блядь... Не, это ответ этого Онегина обратно. Нет, смысл в том, что Господь явился и попробовал, какие люди. А там сидит дряхлый дед, последний кусочек хлеба доедает, вот он. Пропитанный винищем, да. Неважно. Там вкуснее. И он сказал ему в ответ, на, пожуй. Вдвоем же легче будет, ё-моё, понимаешь? Деду, блядь, не жалко. Последний кусочек хлеба отдал, ё-моё. Деду не жалко, да. Опа, вот, вот так. А то миллион, и тому жалко. Это называется аплодисменты, блядь. По Харе Кришне. Ты меня снимаешь? Да. Зря. Ну да. Потому что дальше пойдет чистая похабщина. В узких кругах посмотреть можно. Тогда я отключаюсь. Но только в узких кругах. Он даже про богомола выложил, блин. Когда меня осенило, блин. Почему? Да это увидит только два человека. Я и весь мир. Ну все. Целые настилы были сделаны в свое время. Вот такой агрегат стоит на изоленте. Причем весь практически. Обратно он, наверное, не доехал до дома. Я это не цепил. Дорогую лососевую никто не купит. Батька сегодня тащит у нас. День начался. Опа. Ну-ка, повернитесь. Вчера такая у нас. Угу.
хорошо. Yes. Аж на три крючка. Ничего. Ближе к дому. Яйцо сейчас не ложишь. На печку. Да, зачем? Чуткости нам не надо. Ну, она, в принципе, тут много. Голов разных рыб. Можем лечить. Какая вкусность. Где моя большая ложка? Так. Алексей, что спать пошел? Мы сейчас самую вкусняшку посидим. Щечки. Самая вкусная. Вот так мы сегодня. Хотя дождик пошел. У нас тут апокалипсис настает. Первый есть сегодня. Сегодня утро. Окуня у нас сегодня опять. Оп, оп, оп. Есть. Щука что? Щука что ли кто? Нет, окунь большой. Ага. Их мы отпускаем. Много. Четвертые сутки пошли. Наш улов сегодняшний. Так. Рыбаки на привале. Там в озере. Поджарочка. Соль где? Соль? В столе ставил открытая. Там маленькая оставшая в пачке. Надоела нам уха. И еще пачка там. Будем готовить мы грибной суп. Возьми, в принципе, с этого. Корочка у нас окуневая, жареная, под закусь. Деликатес. Шеф-повар нашего. Все шуфу жрать. Грибной. Как, ёпты, на рыбалке. Суп, грибы едят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На рыбалке, на экспедиции в тайге. Почти что. Где грибочек-то что там? Что тут у нас? Да, повесь, пускай. Грибочки. Один большой под осиной, пару каких-то там маленьких. Для тайги что-то маловато. Так, Алексеевич, камеру скажи что-нибудь. Я ковалку каких-то хапаешь. Я снимаю две камеры. Очередная бурная речушка. Помаши маме ручкой. Это река Лебяжья впадает под чозеро. Ноги сломаешь, ходи. Вот там форелька.
Сразу же. Опа. Обед был бы. Был у нас грибной суп, на ужин жареная рыбка. Харри. Харри. Мелочь. Чистенькая какую-то. Какую-то, да, конечно. Такие хорошенькие. Все сокрой. Икру жарить будем. Рыба запеченная на углях в фольге. Красивые хибины сегодня что-то, почему-то, не знаю. Шестой день, вечер. Короче, целый день даже их вообще не было видно, как будто их нет. То ли туман, то ли в тучах. Вот когда настроилась, конечно. Холодно, правда. В зимних куртках сидим. Холодало здорово. Ветер поменялся несколько раз за день. Окунь. Ходили, не клюет. Комар даже что-то пропал там вечер. С местными парнями поговорили, говорят. Рассказали, короче, как ловить. Что ловить, где и как ловить. В принципе, некоторые вещи мы делали правильно, но... За неделю, короче, можно ничего вообще не поймать, по сути дела. Тоже кумжа. Просто не попали, когда она берет, и все. Поэтому, конечно, специфическая рыбалка. Харвеса поймали там, где мы окуня ловили, просто пол пакета. На мушку хороший харвес. Ты что рыбу на дне показываешь? Что-то не клевай. Погода в последний день. Конечно. Осенняя. Хотя не жарко. Наконец-то, за 2.5 часа езды поймали. Да, существует. Еще неплохой такой еще. По
поставила самую старенькую штучку, какую я только нашла. Красавица. Вот так. Да, крупняк. Мой крупняк. Ты будешь сегодня к нам на ужин на сковородочке. Трем-то. Короче, последний ужин на этом озере. Да, в жизни. Картошечка печеная с луком. Там еще ветчина есть. Ветчина на завтрак. Ну, мы с утра собрались жрать. Да, до обеда с леса не выберемся. Да. Короче, лодку собрали. Завтра остатки собираем с утра и помчали. Были силы тащить машину. Прямо проскочу. А? Прямо выскочу. Здесь камень. И да. Вот сюда надо, вот. Вот он, видишь, вот. Так, вот так. Сюда, пробуй на меня. Так, так. Лесом, лесом, полем, полем. Молодец.
Красноярске.